Доброе утро, с вами Светлана Кириллова. Готовлю сегодня галеты с клубничной начинкой. И приступаю, конечно же, к подготовке теста. Нам для него понадобится ложка сахара и около 100 граммов масла. Его перетираю сахаром, дальше добавляю муку. Для этого теста вам понадобится около 120 граммов муки. Постепенно ввожу и также все перемешиваю. Пока мы перетираем эти ингредиенты, не забудьте также добавить разрыхлитель. И еще я положу немножко ванильного сахара. Галеты будут творожные, поэтому 100 граммов творога придется как раз по вкусу и к месту. И в самом конце я добавлю еще столовую ложку молока, или можете молоко заменить водой. Теперь полностью формируем тесто. Дальше тесто нарежьте на небольшие кусочки и раскатайте. Начинка будет клубничная. Клубника у меня попалась большая, поэтому я порежу ее на мелкие кусочки. Ну и дальше в каждую галету буду класть начинку. Так, раскладываю в центр начинку. И дальше закрываю кончиками теста. Галеты будут запекаться 20-25 минут при температуре 180 градусов. Галета с французского переводится как тонкая и очень хрустящая лепешка. Стоит только добавить немного фруктов, как все блюдо преображается. Еще добавлю немножечко сахарной пудры и можно угощаться. Приятного аппетита!